Всем привет! Вы на канале Сибири. Мы идем на охоту на глухариный ток. Сейчас где-то 3 часа ночи и до утра, кому как удобно. Полная темнота. Пока иду по дорожке. Далее будем пробираться по тайге примерно 1 километр. Подход будет сложный, потому что все замерзло. Открылся дом. Но ничего.
камера слетела, глухарь прятался, но все-таки я его догнал. Просто я сегодня забыл патронтаж. Собирался так быстро, что забыл патроны. Он передо мной перелетает и затих. Искал, искал, потом слышу, ага, где-то шебуршит. Подошел, а он вот выглядывает. Сейчас покажу, где он лежал, спрятавшись. Так, это я уже туда побежал, а лежал он вот здесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот кровь, вот кровь, здесь кровь. А, вот, вот, видите, все в крови. В крови. Вот он здесь прятался. Фух, ну что, сегодня ток удался. Можно сказать, с первой попытки взят. С первого дня глухарь. Такой красавец. Это вон крупный. Очень сложный подход был. Во-первых, пело очень много петухов. Трудно было выбрать какого-то одного. А в итоге к одному подошел на удаление 80 метров, а он взял и улетел. Не знаю, то ли я подшумел, то ли что, но вот так вот. А начал к другому подходить, и вдруг вот этот запел. Сидел на одиночной березе, и уже было довольно-таки светло. Я, блин, думаю, что делать? Я впереди поле. Думаю, ну если я поле пересеку, дальше все, я уже в гуще могу прятаться. Так и получилось. Я прятался за деревья. Сделал немножко влево шаги, чтобы дерево, на котором он сидел, немножко закрывало сектор его обзора. И тем самым я подошел где-то метров на 30. Стрелял двойкой, но что-то то ли промазал, не пойму. Но глухарь спокойно слетел. Я добавил вторым выстрелом. Но, видимо, промазал вторым. И он куда-то сел. Подбежал к нему. Он брррр и полетел. Я перезаряжать патроны. А патронов нет. Вот так вот. В спешке собирался. Патроны оставил. И думал уже все, улетел. Он так в набор хорошо пошел. Потом думаю, не, постою, послушаю. Раз шебуршание, думаю. Так, ну-ка повнимательнее в той стороне. Раз, еще раз. Начал шевелиться. Все, пошел в ту сторону. О, вот красавец сидит. Попытался его догнать. Ну, у меня в этот момент камера упала. Но все-таки догнал я его руками. Схватил. И только схватил, он сразу окочурился. Вот, блин, птица, а. А не нашел бы все, пропал. Хорошо, что он двигался. Но если был бы подранок, я бы все равно сюда пришел и искал бы его. На вечернюю тягу бы приехал пораньше. И уделил бы часок на поиски. Потому что подранка обязательно надо добыть. Не добыть, а добрать. Это потому что является браком охотника. Ух, тяжеленький. Ох. Фух, вот так вот. Вот такая выдалась. Неспешная охота. Сейчас вот фонарь выключу. Фонарь обалденно выручил. То есть он светит хорошо. Такой как прожектор. Во-первых, идти удобно. Можно режим выставить. Такой еле-еле заметный. Ты все очертания видишь? Леса, дороги, где идти. Вот. А. Но и в то же время этот свет не отпугивает птицу. В общем, вот такие дела. Вот, вот такая вот охота выдалась. Что ж, с полем. Подписывайтесь на канал. Пока.